Привітання! З вами новий подкаст Центру нових ідей, і ми – ведучі Леся Руднік і Олександр Мазуркін. У «Контексті» – це подкаст, у якому ми розмовляємо з заміжними експертами, які розповідають про їх країни, про ставлення їх громадян та події у нашому регіоні. Чим відрізняються контексти наших країн і який вплив міжнародної події мають на Білорусь? Про це і інше – наш новий подкаст «У контексті». Для нас важне ваше міркування, тому ми вітаємо ваші відзнаки і коментарі на платформах, де ви нас слухаєте. Привітання, сябры. Привітання, Леся. Привітання. У нас сьогодні перший випуск нашого подкасту «У контексті». Як відчування? Видатно. Мені подається, що це добра традиція, яку ми почали у Центрі нових ідей, розмовляти з нашими слухачами про таку аудіоформу. Я думаю, що наш подкаст буде цікавим і старим слухачам Центру нових ідей, і новим слухачам. Ми будемо робити усе можливе, щоб це було максимально цікаво для вас. Паглядзім. Мы вырашылі, што будзем абіраць адну краіну і глядзець, як людзі ў гэтай краіне, эксперты, глядзяць на падзеі ў нашым рэгіёне. І сёння мы абралі Швецыю. Чаму? Мы абралі Швецыю, таму што акурат 2 тыдні таму тут адбыліся выбары на ўсіх узроўнях, то бок лакальныя, рэгіянальныя і парламенцкія. І ўпершыню ў гісторыі Швецыі гэта можа быць такая ключавая падзея за апошнія 10 гадоў. Тому що тут може змінитися баланс політичних сіл. Ви, напевно, чули, що друге місце зайняла права популістська партія. Це такий вже тренд у Європі. Але цікаво буде, як це доб'ється на будучині Швеції і увогалі на будучині відносинів Швеції з іншими країнами. Включаючи Білорусь. Плюс Швеція більш, здається, не нейтральна країна. І поставляє зброю. Да, у нас ёсць 2 вельмі цікавых госця, тады мы вельмі хутка з ними пачнем размаўляць, але перад тым, як мы пачнем, мы таксама мусім сказаць, што мова нашага падкасту, канешне, беларуская, але госці нашы замежнікі і размаўляюць па-расейску. Таму далей працягваем мы па-расейску. Пагналі. Пагналі. Ну что ж, и сейчас мы находимся с нашими гостями, и первое, хотелось бы представить Инга Неслунд. Инга, добрый день, представьтесь, пожалуйста. Ну, меня зовут Инга Неслунд, я являюсь координатором в Восточной Европе в организации, которая называется Центр имени Олафа Пальме, Международный центр имени Олафа Пальме. И у нас с нами здесь второй гость, Сюзанна Дерланс. Здравствуйте, представьте себя. Здравствуйте, я социолог, сейчас работаю в посольстве Швеции в Украине. О, здорово. Ну что, и тогда сразу представляю, переходим к вопросам. Выборы прошли в Швеции. И кажется, что это было такое уникальное событие, и нам бы хотелось услышать от вас, людей, которые живут в Швеции и являются шведами, что же изменилось в Швеции после выборов? Ну, как вы, можете, уже знаете, у нас очень сложная парламентарская ситуация в Швеции. В парламенте 8 партий, и никто из этих партий имеет свое большинство. Это самая большая партия, это моя партия, социал-демократическая партия, которая сейчас увеличивает чуть-чуть после этих выборов, получила чуть больше 30%. Это самая большая партия, но, к сожалению, следующая партия, это так называется шведы-демократы. И они вот сейчас очень много говорят, что это большая потеря шведской демократы, что они получили 20% голосов. Они выросли. Первый раз они поступили в парламент в 2010 году. И тогда они были маленькие, сейчас они выросли. И сейчас вторая партия по размеру. И они имеют свои корни в нацистское движение. Они говорят сами, что это уже давно-давно, в 90-х годах. Что, конечно, очень сейчас проблематично, потому что сначала, когда они попали в парламент, тогда никто не хотел с ними сотрудничать. Но сейчас три партии сказали, что они будут сотрудничать с ними. Это умеренный, который можно тоже назвать консервативные либералы, это христианские демократы, которые на самом деле довольно маленькая партия в Швеции, и либеральная партия, которые эти три партии, которые как бы правые партии, они сейчас сотрудничают с этими бывшими нацистами, это которые очень сложная ситуация. Остальные партии, социал-демократы, зеленые,
левая партия и зеленая партия, в смысле, и партия центра, которая бывшая тоже, можно так сказать, друг этих правой партии, но они сейчас называют либерали, сейчас они против этой шведской демократии. Это очень быстрое объяснение ситуации. Но это значит, что правительство Швеции поменяется, и, скорее всего, будет новый премьер-министр, новый министр иностранных дел, новый министр обороны. Сузанна, как вы считаете, какой это эффект будет иметь на внешнюю политику в отношении, например, Беларуси и России? Ну, пока, конечно, рано говорить про это, поскольку мы еще не знаем, кто будет премьером и кого он или она назначит министром иностранных дел. Если так в целом, внешняя политика Швеции, скорее всего, будет измениться таким образом, что меньше средств будет выделено на международное сотрудничество и на помощь развивающимся странам. Но что касается Беларуси и Украины, то мне кажется, что вот политика исторически, вот политика партии умеренных, так модератно, всегда они видели, если говорить про Россию, да, что Россия — это главный враг Швеции. Поэтому у меня есть надежда, что поддержка оппозиции в Беларуси, поддержка Украине все-таки остается, по крайней мере, в таком же размере, как это было. Конечно, есть вопросительный знак насчет Швеции, демократы или шведы-демократы, так назвать по-русски, потому что у них, как и много ультраправой партии в Европе, есть тоже связь с путинской Россией. Поэтому есть такой вопросительный знак, что это будет. Они сами говорят, что это уже было давно-давно, типа в прошлом году. Но после начала войны они, конечно, ничего подобного не сказали, но есть, я считаю, что это большой момент, который можно волноваться об этом. Скажите, есть еще такой вопрос, потому что есть в целом две стратегии или две линии. Одна линия — это жесткая линия, что, например, Швеция должна относиться жестко в отношении России, больше санкций, а другие — более мягкая линия, диалог. Как вы думаете, с новым правительством это как-то поменяется? Или будет жестче, или будет мягче? Я думаю, что будет примерно то же самое, потому что есть большое тоже мы единые в ответом. Я говорю, все были за то, что послать, например, оружие в Украине. И я думаю, что эта политика не меняется. Шведы-демократы, как я говорю, вопросительный знак. Но они тоже знают, что общественное мнение такое, что они бы потеряли очень много, если они открыто, откровенно сказали, что... Но они раньше были у них очень... подозрительные лица, которые за Россию и поддержки России действовали, например. Но они сказали на Твиттере разные вот такие вот, сказали очень странные вещи, которые, кажется, что более, как вы говорите, более мягкая линия или даже такой пророссийская, пропутинская линия. Так что, мне кажется, вот больших изменений во внешней политике Швеции мы, скорее всего, не увидим со следующие 2-3, может, 4 года. Но если вот это влияние партии шведских демократов останется, если возрастет, то конечно, вот, после выборов 2026 года, то... Может быть, тоже страшно, вот если у меня спросить. У нас как раз-таки есть возможность сейчас перейти к следующей теме. По поводу того, как поменяется ситуация в Швеции по отношению к Украине. Но хотелось бы узнать вообще в целом, как вы думаете, шведы относятся к войне? Меняется ли отношение к войне с временем? То есть что-то ли изменилось за последние полгода? Да. Вообще, с самого начала я почувствовала большую вот солидарность с Украиной.
Я думаю, что понимание, что тот борьба, который украинцы сейчас вводят против фашистской России, я бы назвала их, это они понимают, что это тоже для нас, что есть риск. И вообще, может быть, вы помните, что до войны тогда не было такой единства насчет НАТО, как получилось. Через 2 месяцев войны все были, ну, не все, но большинство были за то, что мы вошли в НАТО. И это, конечно, большое изменение шведской политики, большое изменение, в смысле, миросрения, можно так сказать. Сейчас, может быть, даже кто-то говорит, что Россия уже кажется такой слабой, что, может быть, это не было нужно. Я слышала такое мнение. Но это, конечно, слишком оптимистично. Я думаю, что членство в НАТО все-таки нужно. И я бы это не сказала год назад. Mm-hmm. Да, ваша партия была социальных демократов. Ну да, мы были за нейтралитет, и чтобы не было таких, ну, не союзники ни то, ни другое. Но мы сейчас передумали, можно так сказать. Когда мы записываем этот подкаст, буквально сегодня с утра пришли новости об всеобщей или частичной, непонятно, мобилизации в России. Как эти новости восприняли в Швеции? Если я начну, то, конечно, вот с самого утра это обсуждается во всех средствах массовой информации. Ну и вообще, если смотреть на период с февраля, вот как потребитель новостей, если ты участвуешь, там, смотришь телевидение или слушаешь радио, ты не можешь не знать про войну. И вот за этот период, за эти 6 месяцев, то все время вот появляются какие-то новые события. И вот все шведы об этом знают. И война, если ответить на предыдущий вопрос, война очень сильно присутствует и в шведском обществе. И если говорить там про НАТО, про другие заявления Швеции, то после вот те сообщения, которые были с утра, то, конечно, это все только подтверждается. И да, все было правильно, что мы делали раньше, и это еще только усиливает, мне кажется, заинтересованность шведов противостоят этому. Чувствуют ли шведы страх или угрозу со стороны России? Ну, конечно, это всегда неприятно слушать, что вообще угрозит ядерное оружие. Мы же давным-давно, Швеция как страна, старались, чтобы были согласия в мире, чтобы уничтожить это ужасное оружие, чтобы не было их, потому что это, если использовать их, это все наши, просто это беда, которую просто невозможно себе представить даже, что это будет делать с нашей семьей. Одна земля же, одна планета. Но я несколько человек мне уже спросили сегодня, если будет ли действительно это, Путин действительно будет так делать. Может быть, я больше боялась весной. Я, например, перед 9 мая, у меня было такое чувство тоже, что будет, что он планирует. Но сейчас, когда мы видели в таком состоянии российская армия, и что они могли делать в Украине, и как они себя ведут, и какая техника, и какой вот уровень вообще. Мне такое чувство, что это тот же самый уровень тоже с ядерным оружием. И что, может быть, как я сказала, угроз на самом деле меньше сейчас, чем мы всегда думали. Потому что это коррупция, это плохое вот состояние. Это наше счастье, можно так сказать. Но кто знает, он все-таки, я не знаю, Путин живет в своем мире, свой, я не знаю, как по-русски, пузырь, bubble, как мы говорим по-английски, по-шведски тоже. И я надеюсь, что там есть тоже вокруг него люди, которые не хотят кончиться самоубийством, можно так сказать.
Вам не кажется, что интересна получается ситуация, когда до войны никто не верил в то, что Путин все-таки начнет агрессию против Украины? Потом это случилось. То есть мы снова переступили из фазы, когда мы думаем, что Путин блефует. Мы переступили в фазу, когда мы поняли, что он не блефует. То есть как понять, по каким сигналам можно понять, что сейчас он блефует или не блефует? Ну, он, я же тоже слежу чуть-чуть за этой сумасшедшей пропагандисты кремлевского телевидения. И они же говорят всякое просто бизар. Это просто они говорят, что Лондон надо бомбировать, Берлин, что не, я не знаю, что не бомбировать надо. И все умные люди понимают, что если это будет, тогда тоже это же беда. Это просто это тогда против вас, тогда будет атака обратная, и все будет очень плохо. Я думаю, что они сами это понимают тоже, вот эти московские пропагандисты. Но, конечно, слова тоже страшные, страшные слова. Но тоже какая-то вот этот уровень болезни там в Москве просто очень странный. Но обычные русские, я не думаю, что они... Я уверена, что они не за то, что ядерное оружие бы использовали. Понятно, что в Швеции большинство считают Россию страной-агрессором. А какое отношение к Беларуси в Швеции? Вообще проходит какой-то... Вообще про Беларусь знают шведы? Знаю, есть такая страна. Я думаю, шведы больше осознали как бы, про ситуацию в Беларуси в 2020 году однозначно. До 2020 года как-то все тихо так проходило, и мало всего рассказывали. Но после 2020 года, то, конечно, внимание очень усилилось. Как шведы на сегодня воспринимают Беларусь, ну, сложно сказать. Вот кто интересуется, однозначно будет интересоваться. А так, вот это как, ну, мне кажется, точно так же, как интересуются другими европейскими странами, да. Но Беларусь это все-таки ассоциируется, конечно, с Россией. И мы понимаем, что да, там есть оппозиционные, но им очень сложно, но как бы официально, ну, я не знаю, вот это будет, наверное, ну так, официально Беларусь — это как бы союзник в России однозначно. Мы еще сейчас научили их, что это не Белая Россия, но Беларусь. Mm-hmm. Потому что... Поменяли название по-шведски, да? Да, традиционное название по-шведски — Витрисля. Mm-hmm. Как на немецком тоже, как White Russia. Mm-hmm. Бывает на английском, бывало, на всяком случае. Но сейчас все-таки люди знают, что Беларусь — это Беларусь. Но иногда надо объяснить. Но mm-hmm. Инга, понятно, что Сюзанна, поскольку работает в посольстве, нам, наверное, не ответит на этот вопрос. Но есть разные мнения по поводу Беларуси и ее независимости на данный момент. Некоторые говорят, что Беларусь остается независимой, принимает свои решения, а некоторые говорят, что она все-таки находится под такой оккупацией, полуоккупацией России. Как я думаю, что де-факто, фактически Беларусь оккупирована страна. Потому что кто может себе представить самостоятельной внешней политикой Беларуси в данный момент? Лукашенко же во всем зависит от Москвы. Это же так это и было уже несколько лет. Я могу сказать тоже насчет воспринятия Беларуси в Швеции. Были несколько лет, может быть, после 16-19 года, когда визовый режим облегчился, и люди стали ездить в Беларусь. Я знаю, что много ездили на выходные, это же близко все-таки, был прямой рейс. Час 20. Да, час 20, вот. И люди поехали туда, чтобы пойти в оперу или в хоккей, или во всякие санатории поехать, и всякие-всякие. Вот. И я думаю, ну, люди были приятные, вот тоже это было приятно. Но это же, конечно, была другая страна, чем сейчас. И никто не ездит, как туристы белорусы сейчас. Несмотря на войну в Украине, которая, конечно, или пандемия, которая все осложнила очень
конечно. Но сейчас люди, конечно, слышали и видели прекрасные вот эти фотографии и клипы ваши, огромные демонстрации, забастовки. Я же работаю с профсоюзными, шведскими профсоюзами, и это очень большое впечатление, что такая поддержка была Тихановская и противодействие против Лукашенко было в 2020 году. И сейчас они тоже слышали, что развитие, сказать, сознательные люди, они же тоже понимают сейчас, что было с гражданского общества Беларуси, которые просто нету сейчас. Если можно, вот просто немножечко еще про образ белорусов в целом, который складывается в Швеции, особенно в сравнении с россиянами. Вот недавно среди белорусского твиттера получился небольшой скандал, когда один из шведских аналитиков, который постоянно живет в Украине, написал твит о том, что всем белорусам нужно тоже давать поддержку. Собственно, это была его реакция на то, что Франек Вечерка, который советник Светланы Тихановской, он предложил не делать бан на визы для белорусов. То есть он хотел, чтобы белорусам продолжали выдавать визы, в отличие от россиян. И туристические визы, да. И вот этот аналитик Остлунд, он сказал о том, что нет, это все неправильно, потому что белорусы, если бы хотели, что-то бы изменили. И вот мне интересно все-таки, то есть вся эта история разразилась большим как бы противодействием белорусов всего мира против Остлунда в Твиттере. Вот, и мне интересно, вот может быть это какой-то не единичный случай, да, того, как в 2020 году человек поддерживает открыто Беларусь, а в 2022 говорит о том, что все белорусы должны ответить за бездействие. То есть все-таки интересно, это какая-то общая позиция шведов? Нет, это не общая позиция шведов. Я думаю, что это, к сожалению, есть такое, может быть, мнение, бывает в Украине сейчас, которое я, может быть, в чем-то понимаю, потому что они чувствуют себя очень, очень одиноко, что под атаком, и что, чтобы все их поддерживали во всяком. Но на самом деле надо же понимать, что диктатура в Беларуси, что он стал гораздо хуже тоже последние два года. И вообще было уже сколько сейчас, 28 лет, да, или как считают. И все-таки эти две страны, они развивались очень по-разному. Украина была свободная страна, своими. Там не все, конечно, перфект. Там же есть тоже проблемы, коррупция и так далее. Но это была свободная страна. Мы же много раз провели именно мероприятия в Киеве, потому что нельзя было в Минске. И в Киеве совсем другое чувство. Воздух свободный. Не надо думать о КГБ, не надо думать о таких вещах. И я думаю, что эта свобода тоже их, как бы, они привыкли, и они думают, что, может быть, это так же тоже в Беларуси было, но это же не так. И я думаю, что это просто... Сейчас они как бы не видят, они в туннеле, они в туннеле страха войны, и они не могут себе представить, как это тоже... Но на самом деле Беларусь — это был, как сказать... Там же тренировались они, как это противодействовать протесты и так далее. Я уверена, кто-то в Швеции здесь мне говорил год назад, или это два года назад, что почему мы не контактируем с Москвой, и они помогут ситуацию белорусы, чтобы политзаключенные освободили. Если Пушкин, в смысле Путин, понял, что происходит. Я думаю, что он прекрасно все понял. Это его план. Да. Вот так. Они планировали, они же делают то же самое дома у себя сейчас, и оккупированная Украина. Даже хуже, конечно. Может быть, немножко тоже в целом вопрос. Правильно ли не разрешать туристам из России не въезжать в Шенген? Страны Балтии и Польши запретили гражданам Российской Федерации въезд на свою территорию, а Швеция, Финляндия не запретили. Какое, почему так? Окей. Я думаю, что это есть тоже... Все-таки мы... Есть такое волнение, что
те, которые нуждаются уехать из России, из Беларуси, запретит их приехать. Все-таки есть тоже оппозиция в этих странах. И люди, которые, например, сегодня я видела несколько, те, которые не хотят воевать, чтобы пустили их и дали их беженство, чтобы принимали их. Как мы принимали вьетнамскую войну, американские дезертеры называются, или как это? Дезертиры, которые дезертировали. Почему бы не помогли вот это? Но я считаю, что это очень больной вопрос. Можно, я не знаю, я не дипломат, но я бы себе представила, может быть, туристическая виза еще, как это гуманитарная виза сделали тоже, как Литва дают, как я поняла, белорусским. Польша тоже, как это специальный процесс для тех, которые нуждаются поддержкой и защите от режима. Я думаю, что что-то подобное. Но если есть политические возможности это делать, я еще не знаю. Но это то, что я предлагаю во всяком случае. Какая-то специальная виза для тех, которые нуждаются. Туристы, конечно, провоцируют очень. Русские туристы, которые приедут и даже, может быть, нападают на украинцев. Были такие случаи, были тоже русские, которые здесь живут, которые себя вели отвратительно. Это, конечно, очень провоцирует людей, потому что они все-таки солидарны с украинцами сейчас, это понятно. Но одновременно надо помнить, что у меня же много есть русских друзей, которые не согласны с этой политикой, с этой войной. Я за Финляндию не буду говорить. Ты что? Как бы официально. Народный скандал. Мне кажется, что официальная Швеция воздержалась от введения запрета на туристические визы, пока не договорится об этом вся зона Шенгена, чтобы там все равно, если там Латвия, Эстония запретят, это все равно можно получить португальскую визу, и тогда Латвия не может запретить въезд русских. Но они стараются это делать. Они говорят, что не пустят. Я не знаю, если все эти страны, но Швеция никогда не был первым игроком на мяч, так? И мы как-то там подождем, посмотрим, что же там будет. Ну, можно и пожелать другого, но вот пока так. Но люди говорят, что нельзя делать из России, из Беларуси тюрьма, откуда нельзя уехать же. Это, конечно, больной вопрос это все. Но тогда вот еще один вопрос вам. Многие, конечно, политические активисты из Беларуси приехали в Швецию, и тут им очень сложно, как оказалось, получить убежище. И многие беженцы, в том числе из Украины, предпочитают уезжать в другие страны, Германия, и не оставаться в Швеции. Почему это так? Там разные ситуации. Украинцы, я думаю, что потому что очень низкий уровень. Мы же следим за этот декрет, или как это называется, директив. Европейского союза. Да. Но, как я поняла, наши уровни денежные и так далее чуть ниже, чем я слышала во Франции, например, выше. Может быть, поэтому выбирают. Но на права такие, это же такие же во всех Европейском Союзе, как я поняла. Потом, это один вопрос. Для белорусских мне даже стыдно со нашей миграционной власти, что они, я не знаю, почему они не понимают ситуацию в Беларуси, но я считала материал от белорусов в Швеции, и я готова веду такие курсы для них, если нужно, что ситуация. Но они не знают, там несколько очень странные решения принимали насчет, я имею в виду, случая, дела, семьи и так далее, или отдельные лица, которые не получили беженство и даже хотели послать обратно в Россию или в Беларусь. И я считаю, что это, конечно, просто стыдно со Швецией в этом вопросе. Но это последствия, можно так сказать,
этой самой миграционной дискуссии в Швеции, которые очень влияли как раз эти шведы-демократы, которые я... Которые пришли сейчас. И они были... Это началось по-серьезному в 2015 году, когда была тут волна беженцев из Сирии. И, к сожалению, эта строгая линия сейчас как бы все, это тоже сейчас как бы влияет на ситуацию для белорусов, которые вообще... Это просто очень стыдно, я считаю. Я, наверное, перед тем, как Сюзанна ответит, просто дам нашим слушателям небольшую статистику. Тут мы смотрели на статистику внутри белорусов в Швеции про то, как, каков вообще процент выдачи позитивных решений по заявкам на получение убежища, и у белорусов 98% отказа, начиная с 2020 года. К примеру, у россиян, кажется, 14% позитивных заявок. То есть им дали убежище 14%. 14%. А у белорусов 2%. То есть и интересно все-таки, почему такая ситуация происходит. И, конечно, в той переписке, которую вы упоминаете, то есть это вот медийная перепалка, которая была между представителями белорусов в Швеции и миграционной службой, она на самом деле ничем не закончилась, потому что, в принципе... Есть дипломатические способы объяснить, почему эти отказы осуществляются, и в том числе это потому, что большинство случаев попадают под Дублинскую конвенцию, то есть когда люди, приехавшие сюда с польской, литовской визой, отправляются в Польшу или в Литву, соответственно, для того, чтобы подать заявку на убежище. Но это просто короткая вставка для наших слушателей. Сюзанна, что вы думаете? Ну, Инга, вы уже все сказали. Ну, я с этим согласна, и мне тоже самой очень стыдно за шведскую миграционную политику на данный час. И это да, это произошло какое-то большое резкое изменение в 15-16 в те годы. И статистика отказов — это, конечно, ну, кошмар. Нужно какие-то действия принимать. А что касается украинцев, которые сюда прибывают по этому решению Европейского Союза, то я могу их понимать, почему здесь неохота оставаться. Потому что ну, условия для принятия беженцев ухудшились. Ну, там уровень разных выплат на том же или даже на ниже уровень уже десятки лет. Поэтому приходится очень сложно. И другая большая проблема именно для украинских беженцев — это вопрос учения языка, поскольку это особое решение ЕС, они не попадают в условия, то есть им не учат шведский язык. Как бесплатно. Бесплатно, как другим иммигрантам учат. Но в других странах, как я понимаю, некоторые в Германии, вроде бы, я не уверен, предоставляют бесплатное. Швеция и ее отношения с Европейским Союзом. Вообще шведы верят в Европейский Союз? Я думаю, что можно так сказать, да. Это тоже был больной вопрос, когда началось. Это я тоже могу сказать, что мы прошлые молодежное движение социал-демократов, мы тоже были против Европейский Союз в 80-х годах, потому что тогда мы это принимали как... не как, ну, более как капиталистическое, или как-то мы так говорили, это мы были очень молодые, надо помнить, что они сотрудничали насчет торговли и так далее, что это мы должны были как нейтральные и так далее. Но это же большое изменение было в 90-х годах, когда уже поняли, что это не... Мы даже назвали их тогда, это же было связано тоже с... когда Советский Союз выпал, и совсем другая политическая ситуация в Европе. И тогда Европейский Союз стал проект «Мир», мирный проект. И я после того, что были референдумы и так далее, я думаю, что поддержка
достаточно большая в Швеции. Есть критика, конечно, есть тоже много, которые критикуют отдельные проблемы с Союзом, что там довольно большая бюрократия, например, в Брюсселе, или такие вопросы, или отдельные, как насчет сельского хозяйства, там хорошая политика, или что, или так. Но потому что Европейский Союз очень много сфер влияет на очень много сфер сегодня. Но в общем и целом я бы сказала, что поддержка есть. Да, шведы привыкли за эти почти да. 30 лет. А, если честно, то я в 94-м году голосовала против. И сейчас на референдуме. Почему. Да, у нас был референдум. Вступить нам или не вступить. И тот референдум, нужно тоже помнить, там вышло 52% за, 48% против. То есть там тоже, вот как шведские парламентские выборы сейчас, там тоже... Я голосовала за, на самом деле. Мой папа голосовал против. Он сказал, я голосовала против для детей и внуков. И они голосуют за. А я голосовала против. Сейчас расскажу, почему. Тогда я очень много ездила в Россию, там у меня было много друзей, это было ельцинское время, это 90-е годы в Москве, и у меня была большая вера в России, что вот. А если в Швеции тоже вступит в ЕС, там через несколько лет я просто предвидела, что какая-то железная... Железный занавес спустится снова, и я этого не хотела. Я, наоборот, хотела как бы открыть границы и пригласить тоже все страны бывшего Советского Союза, и чтобы все жили мирно. Тогда, в 1994 году, для меня Европейский Союз не был проектом мира. Но сейчас, если говорить о шведах, в общем, то, я думаю, мы от него не выходим пока. И одним словом, шведы привыкли. Многие боятся, что больше стран Европейского Союза могут выйти из ЕС, но для Швеции это не касается. Но шведские демократы, они... Такие мысли они выразили. Но я не знаю, настолько это серьезно. Но они же тоже принадлежат этот ультраправой силе в Европе. Друзья они с Ле Пен и Франции и так далее. С Венгрией. С Венгрией абсолютно, который, конечно, не самый блестящая звезда Европейского Союза в данный момент, скажем так. Но я думаю, что надо много, конечно, насчет демократии, насчет права человека, надо защищать это во все союзы. Но вы бы уже не голосовали за выход, или? За выход нет. Ну вот, а если поговорить еще в рамках Евросоюза, мы тут как раз Инга упомянула про то, что ценности, права человека и так далее. Тут в Швеции была довольно серьезная реакция на то, когда польское правительство ввело запрет на аборты. И вот интересно, как в этом разрезе вообще выглядит отношение к Польше, учитывая, что с одной стороны Польша немножечко... нарушает права, не немножечко, а достаточно сильно нарушает права женщин и своих граждан, а с другой стороны довольно сильно помогает, например, белорусам, украинцам сейчас в конфликте. То же самое это касается вот и убежища, и военная какая-то помощь является таким хабом для белорусов, которые переезжают, да даже и для россиян. То есть как это вот сочетается? За то, что Польша делает для Украины, для Беларуси, для тоже оппозиции российской, это надо их уважать. Это просто великое дело. Я знаю, что если мы есть люди в Швеции, которые считают, что много украинцев приехали, у нас, я не знаю, цифра 50 тысяч, по-моему, или что-то подобное, и там 2 миллиона, и, как я поняла, почти у каждой семьи живут людей, квартирантов из Украины сейчас. Это просто, конечно, прекрасно. Я думаю, что можно в этом тоже видеть разницу. Но режим тоже, конечно, поддерживает. Но люди в Польше просто такие солидарные. И
Это очень трогательно, конечно, потому что надо знать, тоже есть конфликты между Польшей и Украиной, исторические тоже. Но это не значит, что мы не критикуем некоторые политические другие решения польского режима, потому что нельзя же, например, вот эти женские права убрать, и не говоря о том, что как судебные, и свобода слова тоже в Польше, как я поняла. Это надо всегда. Именно демократия даже если это же точно покажет развитие в Европе. Демократия, надо бороться за нее каждый день. Хорошо. Сусанна, вы работаете в посольстве в Украине, шведском. Для многих украинцев, в том числе для белорусов, вопрос, будет ли Украина членом ЕС? А для того, чтобы она оказалась членом ЕС, Швеция должна будет ее в том числе пропустить. Так вот, Швеция пропустит заявку Украины на членство ЕС в ближайшие 5 лет? Ой, ближайшие 5 лет? Или это нереально? Ну, 5 лет — это очень быстро. Ну, мы видели, как украинцы готовились, как, ну, что, ну, я не знаю, не, смешно это не слово, но как-то как мы видим реформы, законопроекты, которые торможатся десятки лет в украинском парламенте, сейчас пуф-пуф-пуф, как только было, Украина получила статус кандидата в членство, то все можно делать. Но Украина действует очень быстро, и я думаю, Швеция пропустит однозначно. Учитывая вот те события, которые были за последние 6 месяцев. Я тоже считаю, что надо было, потому что мы видели позитивное развитие Прибалтики и то же самое Польша и другие, когда пустили их. Я работала очень много с Прибалтикой в свое время, и если бы они не были в Европейском Союзе сейчас и не были в НАТО, они тоже бы были оккупированы Россией, я считаю. И поэтому надо было, конечно, пустить и Грузию, и Украину, когда были речь. Это была большая ошибка тогдашнего европейского руководства. Mm-hmm. Руководство. Ну а вот если это была ошибка, что делать, чтобы через 5 лет такой ошибки не было? Как сделать хорошую и комфортную Европу для шведов? Что там должно быть? Как она должна выглядеть? Да, как выглядит идеальная Европа для шведа? Или шведки? Надо, чтобы война кончилась победой для Украины, для всех нас. Это самое начало, конечно. Но после этого, если мы говорим об утопии, я думаю, что надо большой такой, потому что надо строить новую Украину. Там же столько руин просто, что надо строить. И это будет, конечно, тоже мотор для экономики, тоже и экономики. И я тоже надеюсь, что будет план для Беларуси, когда Беларусь будет свободная, потому что если победит Украина, тогда я думаю, что будет изменение Москвы. И если будет изменение в Москве, я думаю, что будет изменение в Минске. Но что будет, это еще трудно сказать. Но я надеюсь на лучшее. Мирная Европа, где границы открыты, где мы поддерживаем друг друга, где мы свободно торгуем и делаем тоже хорошее, сильное гражданское общество, которое такое сильное общество для граждан, чтобы они могли получить безопасность и работу, и жилье, и вот все. Я же... Вот такое общество европейское я бы хотела. Ну да, конечно, мир на первом месте. И хотелось бы видеть такую Европу, где двери открыты, чтобы Европа не была крепостью, чтобы к нам приезжали люди со всего мира, из Беларуси, из Украины в том числе, может быть, из России. Через сколько лет, мы сказали? 5 лет. Пять. Пятилетки. Через 5 лет.
И чтобы Европа умела использовать те людские ресурсы, которые, ну, использовать, это звучит как-то не так, но чтобы люди могли бы себя реализовать и развивать как бы свою личную жизнь, свои страны, чтобы было меньше национализма. Короче. Дякую великі нашим слухачам і так сумяке. Так. Дякую. Дякую.